Привет, друзья! Меня зовут Лавиния, и сегодня мы играем в игру Super VR Adventure, или как вы там не пишите в комментариях, Adventure и Super VR Adventure обновление. Короче, добавили стикеры, их всего 12, на каждой карте по 3 стикера. А, и там, где аркадка, аркад, вы меня поняли, и где пчелы, стикеров нету. Ну, давайте, и сегодня я вам расскажу, где эти стикеры. И еще исправленные ошибки, только какие ошибки в этой игре были, я не знаю. Но в любом случае круто. И первый стикер, смотрите, где у нас здесь. Видите, камушек, вот подпрыгиваем. Здравствуй, черепашка-профи из Майнкрафта. Так, ну ладно, мы идем. Ой, то есть я бегу. Так, ладно, мы зашли в домик случайненько. Все, выйдем, монетку взяли, хорошо. Идем сюда, прыг-скок. Ох, как хорошенько. А теперь идем сюда. Да уж, это, наверное, будет не сразу. Это надо несколько раз, короче, все это делать, подпрыгивать. Вот я сейчас первый раз, косяк был, у меня не получилось прыгнуть. Ну ладно, я иду вот сюда. Ага, все суперски теперь, прыжочек. Вот сюда и давай. Еее, мы нашли спрятанный стикер. Вы посмотрите на эту черепашку, и нас отпустили. Ну, а следующий стикер, конечно же, у нас в воде. Ну, как же без воды? Как же здесь круто? Ничего себе, вода такая теплая. Да уж, мне тоже нравится. Чика, вот, кстати, и ты в воде. Так, собираем этот стикер. Мы нашли спрятанный стикер. И меня снова воду отпустило. Так, поднимаемся обратно. И, ребята, третий стикер, это самый смешной стикер. Короче, наверное, кто-то уже собрал эти стикеры, но... Те, кто не знает, где эти стикеры, я сейчас вам покажу самый смешной. Ну, в принципе, зачем с ними воевать? Пусть живут они. Как бы у нас все хорошо. Нам от этого не жарко, не хорошо. Нам, в принципе, на них все равно. Ладно, если ты будешь так за мной идти, я тебя одну уберу. А дальше вы там стойте. Она надо, короче, запрыгнуть на это дерево. На следующее. Угу. Все, суперски, идем сюда. Так, зайчик, попрыгончик, иди сюдашеньки, давай. Оп, ребят, я думаю, вы что-то увидели. Ну, наверное, внимательнее кое-что увидели. Возьмем сердечко на всякий пожарный. Просто люблю, когда все полное. И ты за мной поскакал. Ну, привет, дружище, как жизнь, как дела? Эх, посмотрите внимательно на эту картину. Вас ничего не смущает? Вас ничего не смущает? Ладно, мы идем сюда. Посмотрите, что там внизу. Я не могу. Сейчас вы, наверное, все будете в шоке от этой картины. Вот, видите, там внизу. Давайте собираем. И это Мона Лиза Супер Биар. Мона Лиза. Ну, так оставим. Это же все-таки не Мона Лиза, а Мона Лиза Супер Биар Адвентур. Не, ну смешно как бы. Прикольненько. Ну, а сейчас мы поедем за стикерами. И там те дома. Ну, что я все показываю? Давайте возьмем машинку. И поехали, так, давайте, погнали, поехали, юху! И раз, два, три, выйти! Так, все, мы здесь, мы тут, а? Так, здесь было показано, что оно где-то здесь. Давайте посмотрим, не, вы, наверное, если видели эту карту, вы хотите просто чуть-чуть посмотреть мое видео и взять тот стикер. Но это не так просто, и вы должны посмотреть это видео до конца, потому что будет прикольненько все три стикера. Мы идем сюда, и здесь ничего нет. Но если мы прыгнем, тоже ничего не будет. Если так прыгнем, тоже. И здесь нам поможет наш шлепок животом. И это наш стикер, смотрите. Очкастый барин, короче, пришел в Бемотевскую пустыню, отдыхает. Это, наверное, лучший мотив. Он, наверное, решил там, короче, поплавать, правда, там злые крокодилы. Но ничего, он с ними разберется. Ну вот как-то так. А сейчас мы поедем за следующим стикером. Так, погнали. Мы едем. Ой, куда ты, Лавина? Ты чего встаешь? Так, погнали. Яка, поехали, полетели. Ты, барин, ну ты чего встал? Че, испугался? Ха-ха, машинки, испугался. Ладно, все, не будем его дразнить. И все, теперь там можно выходить. Так, здрасте, люди молодые. Как живете, как жизнь? Приветик, я, в принципе, тебя трогать не буду, мне от этого ни тепло, ни жарко. Ну, давай, ты гуляй, пока. Отдыхай. Ну, что, пробуй, пытаюсь. Мне, в принципе, ни тепло, ни жарко, а очень даже хорошо. Но мы, наверное, можем отсюда, вот сюда, на домик.
И, короче, мы идем сюда, вот видите там? Это наша пирамида. Упали! Ну, ладненько, сейчас снова. Так, дружочек, пирожочек, ты где там? Пытаешься меня догнать? Так, ну мы встаем вот сюда. И где ты? Куда ты запропастилась? А, вот он. Опа, спрятался, решил меня напугать. Ну, давай, пугай, пугай. Давайте посмотрим, как он вылезет туда. Не, я тебя не вижу, я тебя не вижу. Не. Ну, прячься быстрее, я хочу посмотреть на тебя. Ах, не, он все равно за мной идет. Ну, ладно, я иду сюда. Не, друг, ты меня не напугаешь. А, там стоишь, спрятался, значит, да? Эх, не увидели, как он туда под землю пошел? Крот, наверное, какой-то. Ну, ладно, мы идем вот сюда. И давайте... Вот наш стикер! Мы нашли спрятанный стикер. И здесь его так по пикселям, прям по майнкрафтовски. Так, ну а мы побежали дальше. Подождите, а где наша тачка? Не, ну, братец, я, конечно, все понимаю, но... Ты что-то часто меня дразнишь, поэтому бай-бай! Так, а мы едем на машинке, короче, мы такие крутые. Так, а сейчас у нас достаточно большая будет дорога, но... Ну, как большая? Вы меня, думаю, поняли, ладно, мы идем... Ну, куда ж ты так? Ну, что ты такой? Бояз. Так, ну это что такое? Ну, барин, ты издеваешься, а? Или ты рулить не умеешь и решил вот так вот пешком? Не, пешком ты устанешь. Давай, поехали, все суперски. Так, Чика такая, божечки, это что такое? Меня решили помучить. Так, ладно, ребята, все, давайте тогда побежим, да? Ага, вот, нам нужно вот туда, в загадочное место, где написано «Не входите», ой, это очень опасно, но мы уже знаем, что там. И, короче, этот стикер, наверное, тяжело найти. Помните, как мы Мона Лизу нашли? Она была там как-то внизу, и этот стикер будет тоже как-то внизу. Поэтому мы идем, да-да-да, не входить, но все равно мы входим. Так, мы здесь. И идем вот в эту сторону. Видите этот стикер? А мы и на тачечке. О, это чисто барин, когда не может рулить. Так, нас сейчас отпустят, и мы быстренько идем сюда. Ай, ладно, все. Ну, раз так, то так. Ну, ребят, все, мы здесь, погнали. Первый стикер, короче, я вам покажу, где. Ага, мы прыг-скок идем сюда. Ну, потом мы пойдем там, где два брата-акробата, но я сначала хочу показать вот здесь. Ну, хочется мне вот здесь, короче. Идем мы сюда. Идем дальше. Здравствуй, медвежонок. Мы его уже освободили, поэтому идем дальше. Эх, никогда так не обращала на медведя внимания. Идем. И тут наш стикер. А, точно, он же не здесь собирается. Надо на дерево, короче. А, надо вот туда. Короче, Лавиния запуталась по полному. Все, прыжочек, пирожочек вот сюда, шеньки. Сюда. Ой, упали. Ну, с кем не бывает. Упали так упали. Идем на красный кубик, на белый. И делаем, короче... Наш шлепок животом. И идем дальше. Угу. И мы теперь прыгаем вот туда. Эх, не долетели. Ладно, обратно. Так, о, у нас даже рифма получилась. Хотя бы рифма. Так, идем сюда. Прыжочек, пирожочек. Шлепок животом, животиком. И теперь надо аккуратненько. Ну, что же это такое? Лауш. Эх, вот когда я пробовала находить для вас стикеры, все было нормально. А вот сейчас не получается. Ну ничего, сейчас получится. Так, Лавиния, когда ты прыгаешь? Это и не высоко так, чтобы прыгать. На красный, на беленький, шлепок животиком. Вы, наверное, это уже выучили, наверное. Так, идем сюда, соберем монетку для удачи, бросим фонтанчик. Эх, фонтанчика нету, попробуем бросить на лед. На лед не получается, ладно. Ну, вообще монетку бросить нельзя. Но чуть-чуть пофантазируем. Давай, мы нашли. И это наши Йети с фиолетовыми глазами. Фиолетовые глазыщи. Так, а теперь мы идем к нашим братьям. Так, а я иду. Здравствуйте, как делишки? Угу, идем сюда. Прыг-скок. Приветики, давно не виделись. Здравствуй. И твой братец пришел. А третий там в домике от вас спасается. А теперь надо сделать шлепок животом. И вот, флай. Так, погнали. Мы нашли спрятанный стикер. А сейчас я вам покажу, где третий стикер. Так, он, правда, чуть-чуть новогодний. Но, в принципе, здесь у нас зима. Можно Новый год праздновать всегда, как хочешь. Праздники можно устраивать тебе хоть каждый день. Угу, идем. С этим пингвинчиком воевать мы не будем, потому что он нам не нужен. Я залезаю сюда,
только чтобы прыгнуть. Идем сюдашеньки. И здравствуй, здравствуй, олененок на крышу залез. Вот наш новогодний стикер. Погнали. Ой, не получили. Вот. Мы нашли спрятанный стикер. Вы посмотрите на этого красивого новогоднего оленя. Ну, мы запрыгнем сюда. Ну, мы в доме. Так, конечно же, мы у двери. Так, мы идем. Так, монетки нам вроде не нужны. Что-то я затакалась. Сейчас буду поменьше так говорить. Мы идем вот сюдашеньки. Хорошенько. Дальше на стульчики. Так, нет, здесь стикеров нет, но я хотела что-то сделать. А, точно, надо к мышам, да. Уже забыла все. Ну ничего, сейчас вы увидите все стикеры. Так, здравствуйте, мышечки, мышечки мои хорошенькие. Ты что на меня залезла? Вообще совести не имеете. Вы на кого руку поднимаете? Совсем же совесть не имеете. Вы что творите? Не, ну что за мышки в последнее время в своих телефонах играются? А ты что творишь? Тебе кто разрешал вообще? Что за воспитание мышей? Я понять не могу. Так, ладно, мы идем дальше. Вот сюда. У нас два сердечка, но ничего, все у нас, в принципе, суперски хорошенько. Приветики, как делишки? Ага, все норм. Не, ну я не понимаю, я просто к ним в гости. Батя в дом пришел. Ну, мама. Ну, короче, как говорится, батя в дом пришел, а они его бить, а? Спасибо, спасибо. Так, ладно, мы идем сюда. Здравствуйте, как дела? Ага, и привет, я как будто тебя не видела. Давай, до свидания, до свидания. Ну, как жить? Ага. Мы тебя, короче, так сказать, выкинули словами. Ой, куда я ловила? Вниз не надо. Мы и так. Ну, а тебе что, что? А, и ты тоже туда же. Ну, поздравляю вас, молодцы. А теперь нам надо вот отсюда прыгнуть туда, листок. А не оттуда, я думаю, не долетит. Короче, вот этот стикер сейчас не видно. Но надо так прыгать, чтоб получилось. И... Yeah! This is not a brick. Это не кирпич. Это Lego кирпич. Так, ладно, мы идем сюда, а мы сваливаем. А вы мне не нужны как бы. Не, ну как-то хочется видеть себя с полной жизнью. И давайте возьмем сердечко. Так будет для красоты. Вот я, короче, общаюсь иногда с подругой. И она говорит, просто для красоты. Так, идем сюда. А, ну, все хорошо. Привет, мышка. Ну, в принципе, мне твой ключик сейчас не нужен. А теперь нам нужно на холодильник. Конечно же, мы должны его открыть. Ну, куда же без этого? Как мы залезем на холодильник, если нам нужно залезать через в холодильник? Ну, короче, это долгая история. Ладно, прыг-скок. Долетит? Не долетел. Ладно, приветик, братец мой песчаный, то есть пыльный. Чебуречек. Так, мы идем сюда. Хорошо. И дальше здесь у нас наши любимые монеточки. Они мне сейчас не нужны. Так, там наш малыш, но он нам сейчас не нужен. Мы сейчас ищем стикеры. И в этой серии, и в этом ролике мы закончим искать все стикеры. Ой, зачем я закрыла холодильник? А теперь погнали в него. Вот так. Ох, мы даже на телевизор... Ой, вот сюда зашли. Так, интересно, ты зачем все еще... Хранишь вот этот вот мед, да? Или он это держит для того, чтобы какие-то испытания делать? Ну, главное, чтобы у него этот мед не забрали, а то еще кто-нибудь завладеет миром. Стоп, а где артефакт? Ну, ладно, потом разберемся. Когда что-то будет, тогда разберемся. А пока что нам нужны стикеры. Так, мы идем сюда, дальше вот сюда. Ох, хорошо, что в холодильнике никто не обитает. Можно себя спокойно... Чувствовать, как наш любимый Карлсон есть и мед, варенье, все просто суперски. Правда, Карлсон любит больше варенья, но, в принципе, я люблю и то. Берем здесь наш ключик, он нам здесь не нужен. Дальше прыг-скок вот сюда. И вот, ну, давай лавиня. И вот, суперски, идем сюдашеньки. И вот наш стикер, это яблочко. Так, мы нашли спрятанный стикер. Ох, похоже на какой-то Майнкрафт, что ли. Мне чуть-чуть так напоминает. Ну вот, а сейчас нам нужно на второй этаж. И, пожалуй, там самый сложный стикер. Ну, а мы не будем медлить. Так, идем сюда. И, конечно же, мы должны будем летать на самолетике. Погнали. Так, пусть погнали в космос. Давай через пушку. А вот мы в космос и полетели через пушку. Давай, раз, два, три. Запускай машинку-тарантайку. Ага, все нормально. Нормально, в принципе. Барин чуть-чуть ударился. Не сильно? Не сильно. В принципе, у нас все нормально. Здравствуйте. Че от меня убежал? Ты что, боишься, что ли? Ах, бояшка. Так, мы идем сюда.
Здравствуйте, здравствуйте. Ай, хорошо, все суперски. И прыг-скок. Мы здесь. Так, собираем. И дальше мы идем туда. И мы туда идем только для самолетика. Ну, я думаю, у нас получится с первого раза, а может быть и нет. Но, в принципе, главное, что получится. Давайте, погнали. Полетели. Я дом прошла, пустыню прошла, и это смогу пройти. В принципе, мы с вами все можем. Давайте, погнали. Так, Лавине, наверное, чуть-чуть не туда залетела, поэтому я иду туда. И нам надо сейчас на дверь. Только интересно, как я это буду делать. Я сейчас, наверное, возьму какой-то разгон откуда-то. Вот так, чтобы наверх полететь и потом не падать. Так, и погнали! Нет, не повезло, к сожалению. Ну ладно, я не буду останавливаться. Я не буду обратно идти за самолетиком, потому что мне и так, меня и так все устраивает. Я хочу с этого раза, чтобы все у меня получилось. И я уверена, что у вас и у меня все получится. И, кстати, чтобы у меня получилось, поставь лайкусик. И, конечно же, подпишись. Моя цель 100 тысяч подписчиков. Да-да-да. Так, идем сюда. Ну, когда же у меня это получится? Я думаю, когда-нибудь в этой жизни. Да и получится. Давайте. И. Давай. Давай. Лови меня. Почти. Почти. Ребят, не получилось, не фартануло. Но ничего. Давайте пойдем еще раз. Все хорошо. Так, на кровать. Вот сюда. Так, вы меня нисколечко не пугайте. Это же обычный таракан супербяр. И прыг с жочек, давайте, ура, 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 ура. Идем вот сюда, вот это у нас, как это, рифма, точно. Рифма, точно. Не, мы с вами какие-то писатели, о, так и будет. Лавинья и ее друзья, о, Лунтик и его друзья, это вообще все прикольное. Так, берем наш самолетик и, конечно же, полетели, покатались, давай, барин. Не кажется ли там кто-то подвигался? А, ну это мне показалось. Мне показалось, что там мышка такая из норки выходит и обратно вылезает. Эх, ну я, конечно, чуть-чуть фантазер. Так, идем сюда. И давай. Почти. А что, если мы залетим вот сюда? О, здрасте, тараканчики. Как жизнь, как живете? Все нормально, вас еще не выкинули, да? Эх, ну когда ты порядок в своем доме сделаешь, а? Вот говорю тебе, сделай порядок, а ты меня не слушаешься. И как ты живешь в таком беспорядке? Эх, ну ты ученый, ну. Да уж. И дальше мы идем сюда. Так, идем сюда, Шеньки. Давай, поверни же ты нормально. И давайте на дверь. Нет, что ты делаешь, барин? Барин наш упал, спустился, но не ошибился. Или как? Ой, не ошибился, а не ушибся. Вот. Хорошо, дальше идем сюда. Так, хорошечненько, и теперь обратно, это уже третий раз. Но я думаю, на третий раз у нас точно все получится. Так, ребят, идем сюда. Когда же у нас наконец-таки получится? Зачем-то я взяла монетку, она точно. Монетки удачи. Идем сюда, прыг-скочек, священный прыжок. Дальше, ой, зачем я шлепок делала? Ладно, все, берем наш самолетик и полетели наконец-таки. Ура, юху! Так, разгончик, куда ж без него? Идем сюда. Ой, здесь лампочка, кстати, есть. Круто. Так, и... Только... Нет, дружочек. Получилось, ура, но я же говорила, что получится. И это, короче, разноцветный барин. Короче, когда Лавиня танцует... Ладно, все, берем. Это такой прикольный стикер, такой радужный. Мне нравится. Прям позитивный, как мы с вами со всеми. Ну, а сейчас я покажу, где эти стикеры. Вжух! Ну, ребят, мы здесь для того, чтобы я вам показала наши стикеры, которые мы собрали. Это наша майнкрафтерская пирамида. Дальше. А, нам нужно вот сюда, короче. Мы дальше прыгаем сюда. Ой, точно, не сюда надо. Вот. Здравствуйте, наш малышарик. Мы, короче, идем сюда, прыгаем на эту штуку. И так не хочется вас пугать, поэтому мы аккуратненько пройдем. И вот наш стикер, вот, крутой барин в очках, короче. А следующий стикер там на домике, короче. Когда барин не смог водить машину, он такой, куда меня несет? Ну, ребят, все, мы здесь, и, короче, заходим вот сюда.
здесь наш стикер, он появляется, ну, все стикеры появляются только после того, как вы их соберете. Здесь наша черепашка, профи, профи. Ну, прикольненько так. А теперь, конечно же, наша Чика любит плавать. И посмотрите на нее. Вот она тут в воде. Прикольненько, мне нравится. Вот такой вот стикер. И дальше Мона Лиза. Вы посмотрите на нее. Мона Лиза медведь. Ну, это же прям похоже. Один в один. Лицо, уши. Вот. Муа. Красота. Прям самая красивая картина. Хочу вам показать твои стикеры. Смотрите, это наш пингвиненок. Пу-ру-ру-ру-ру. Или как там? Тру-ру-ру. Ладненько. Вроде там был акуленок, но у нас будет пингвиненок. Какая разница? Ладно, разница есть, но мы идем дальше. Это наш пронзительный Йети такой смотрит. Вы что творите? Ладно, мы идем сюда. И здесь у нас у домика вот такой новогодний олененок. Прикольно. Знаете, эти стикеры украшают все такое яркое, прикольненькое. Из-за этого они мне нравятся. Бжу! Ну, ребят, мы здесь. Так, вот наш стикер, короче. А как ты меня через дверь видишь? Это как? Ой, подождите. А не, я тоже вижу дверь. Интересно, что у него за глаза такие? Ладно. Это не кирпич. This is not brick. This is Lego. Это Лего. Так, дальше. Обходим этот домик. Здесь ничего нету. Но мы идем дальше. О, посмотрите, переодевалки. Вау, прикольненько. Смотрите, мне очень нравится. И последний стикер у нас где-то. Я думаю, где-то тут должен быть. Давайте посмотрим. А, вот наш яблочко. Привет, привет, барин. Яблочко. Ну ладно, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.